По Алматинской трассе примерно в 11 часов ночи произошло возгорание авто. На место происшествия прибыла одна единица спецтехники. В момент прибытия пожарных авто успело выгореть дотла. К счастью, сам водитель не пострадал. Причина возникновения огня выясняется. Несколькими часами позже все по той же Алматинской трассе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковушек «Ауди» и «Матиза». Данное происшествие произошло на пересечении с Сырым-Батыра. По словам очевидцев, водитель «Ауди» выезжал со стороны дачного массива. В этот момент водитель «Матиза», двигавшийся со стороны кайтпаса, совершал левый поворот. В результате аварии никто не пострадал, автомашинам нанесен значительный материальный ущерб. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники дорожно-патрульной полиции. Я ехал в сторону города Скайнар-Булака, а Матиз, который совершал левый поворот в сторону микрорайона Достык, не пропустил меня. В результате и произошла авария. Очередное дорожно-транспортное происшествие произошло по Тамерлановскому шоссе. Здесь столкнулись Toyota и Golf. Последний двигался в направлении центра города. По словам водителя Golf, пассажир на переднем сиденье его авто получил травмы. Я ехал прямо, а Toyota совершала маневр, хотя ему уже не горел дополнительный свет. Я просто не успел остановиться и врезался в него. Водитель Toyota поведал совсем иную историю. Я когда поворачивал, мне еще горел дополнительный свет светофора, и машины рядом со мной не было. Причины и степень вины обоих водителей придется установить сотрудникам дорожно-патрульной полиции.